Как проверить работу двигателей? Можно просто посмотреть на них, но не думаю, что это хороший способ. Перед началом уберите стопоры и, проверив давление, прогрейте масло. Затем установите 1700 RPM и потяните ручку шага. Минимальное положение должно быть около 1200 оборотов. Переведите синхронизатор в ручной режим и верните лопасти в малый шаг. Затем проверьте систему флюгирования. При нажатии обороты должны падать. Не дожидаясь флюгирования винтов, верните их. Установите тягу 30 инчей и проверьте вольтаж и ампераж генераторов. Затем переведите ведущий двигатель в малый газ. Остальные не должны падать. Проверьте систему зажигания попарно 1.3, затем 2.4. Падение оборотов не более 300, а разница между правой и левой 150. Включите впрыск воды, оцените давление 28-30. Затем переведите нагнетатели в хай. Манифолд должно вырасти. Если проблем в работе двигателя не обнаружено, то поставьте малый и проверьте реверс. После этого ущипните себя, чтобы проснуться.